Девчонки, ну сами посудите. У меня все саппорты крипов стилят, фармиться не дают, и это я катку не тащу. Так что ли получается? Друзья, это не пусть говорят в Dota All Star, это гранд-финал киберспортивной лиги Татарстана в городе Казань. Ультуй! Ребят, здорово. Вы участвуете в косплей-турнире? Нет. Не участвую. Вы кого косплеите? Я не косплею никого. Я в доту играю. Скажите, вы в лесу фармитесь? Ну, по игре, да. Сразу. А по жизни? И по жизни в лесу фармлюсь. Когда еды нет, идешь в лес, и там птицу какую-нибудь можно поймать и так далее. Давай! Ну что ты его теребонькой? Держи его ровно! Это симулятор автоинструктора еще дополнительно, как бы. Ну что ты, ты сдавал когда-нибудь на права? Нет, и никогда не буду, видимо. У вас в семье автомобиль есть? Есть, стиральный. Давай перепишем. У вас в семье машина есть? Есть, стиральная. Вот как это работает. А ваша девушка не обижалась, что вы играли так много? Надо было спросить, есть ли она вообще, или была ли она вообще. Ну, все дотеры гомосексуалы, о чем речь вообще? Как бы, ну, я понимаю то, что не знал, но... Здравствуйте, во что играете вы? Здравствуйте, я играю... Я предпочитаю Counter-Strike Global Offensive и Call of Duty Advanced Warfare. Вау! Вы как будто не первый раз это говорите, настолько от зубов. Как будто стихотворение выучили. Спасибо за комплимент. С какого батюшки сняли робу? Скажем так, это отголосок моей старой жизни. Вы были чернокнижником раньше? Почти. Немного сатаниста, немного толкиниста, и вот это все получается. Вы промахнулись. Блин. Не вовремя подошли. Вы кого косплеите? Майнкрафт. Подождите, но ведь в Майнкрафте там только кубиковые стены. А это хуманизация, короче, эндермена. То есть как бы он выглядел, если был бы человеком. Надеюсь, вы поняли, потому что я нет. Скажите, вы кто? Я черный цвет, а это белый. Вы косплеите цвет? Тогда я какой цвет косплея? Синий? Да. Вау! Это, кажется, легко быть косплеером. Это вы оба в очках, потому что слишком много увлекаетесь компьютерными играми? Нет, это с работой связано больше. Вы тестировщик очков? Нет. То есть именно таких глобальных звезд Твича в Казани вроде как нет. Я знаю, что есть ютуберы, типа как Кашин. Именно на Твиче я таких не знаю. Больше ютуберов с Казани особо не знаешь ты, да? Нет, к сожалению. А кого косплеите сегодня? Это персонаж Банши из игры Disciples 2. А можете накастовать на меня что-нибудь? Паралич. Хорош, пацаны. Че столпились? Все нормально. Хорош, все, пацаны. Все, просто поговорите нормально друг с другом. Все. И никакой драки, все. Кто вы, откуда вы, как вас зовут? Саша? Саша из Казани. Кстати, вы могли бы вести свой блог Саши из Казани. На нем было бы 1,5 миллиона человек. Если бы вы в прямом эфире рвали голубей пополам. Чувак, что за хэдкрап у вас на голове? Это голова Йоды. Ага. Скажи что-нибудь, как Йода. Я не смотрел «Звездные войны». Ты не смотрел «Звездные войны» и ты носишь Йоду на голове? Я смотрел последнюю часть, но Йоды там не было. Скажи, с кем бы из героев Доты ты хотел бы встречаться? С Пуджом. Здесь, на финале киберспортивной лиги Татарстана, очень много различных симуляторов. Симулятор Тодоса. Симулятор чувака, который всегда на пассажирском сидении, и его подводит друг. Симулятор группы «Пошлая Молли». Симулятор виртуального банкетного зала и свадьбы. Симулятор Сарика Андреасяна. Друзья, тут есть даже VIP-ложа, как в настоящем театре. Театре боевых действий. Понятно, да, аналогия с Counter-Strike, там вот это вот я это имел в виду. Слушайте, вы как настоящий рокер с этой гитарой. Как вы думаете, Цой жив? Не знаю. Наверное, да. Буду надеяться на лучшее. Смотря на ваш костюм, как будто вы Sailor Moon, но на максималках. Ну что ж, мы поговорим с одним из организаторов этого мероприятия. Как вам сегодняшний день? Хороший такой день. Ребят, мы стараемся для вас, создаем для вас контент. Как долго существует ваша команда вообще вместе? Насколько давно?
Ну, думаю, где-то год. Год. И уже в финале. И кто самый старый из вас? Я. Вы, кстати, на Нефёдова похожи. Еще остались люди, которые помнят этого человека? Ты взял с собой какие-нибудь, не знаю, кроссворды, сканворды внутрь? Ну, как у актеров, вот. Нет, нет. Понятно. А тут вообще вдвоем можно поместиться в этом костюме? Здесь можно втроем поместиться. Ничего себе. Другого держать. Если один будет другого держать, тогда уместится втроем. Бывало такое, да, что тройничок был в Пикачу? Нет. Здесь нет еще. Это когда вызываешь такси, и там приезжает такая приора, и девчонка такая: в смысле, я не поеду так. Вы, я так понимаю, косплеите Брюса Ли в старости? Нет, не так. Бабосы поднимаете с Твича? Нет. Вообще, Твич есть? Есть. Сколько у вас подписчиков? 20. До свидания. Ребята, вы не поверите, но перед нами настоящая звезда. Это Таня Швед, у которой 240 тысяч подписчиков на Твиче. Скажи, во время твоих стримов самый неожиданный, нелепый случай, который был? Когда я выплюнула воду, это было очень неловко, на самом деле, потому что я сижу, и происходит какой-то неловкий момент, и я просто выплюнула всю воду, которую я пила, она потом полилась из носа, и это было крайне неловко. Ты можешь пожелать тоже всем зрителям что-нибудь такое? Надеюсь, что у всех зрителей будет все просто замечательно. Не знаю, как всегда, здоровья, любви, маны, денежек побольше. Да, и чтобы ульта всегда была перезаряженная, да? Да. А ты сама во что играешь? Я играю... Прошел гранд-финал, и это было реально гранд. 1500 человек, 10 часов мероприятия, это было просто вау. Что ж, пожелаю вам хедшотов и скажу вам пока-пока. Господи, а...